Мантра необходима для того, чтобы очистить тело, ум и душу. Все вместе. Я сейчас не буду много говорить об этом, нужен опыт. Лучше, если вы попробуете. Я не хочу сейчас в зале показывать мантру в силу разных убеждений. Вы должны сами выбрать, что будете делать. А когда выберете, тогда можно будет поговорить конкретно.